В Туркменистане продолжаются досрочные президентские выборы. По данным Центральной избирательной комиссии этой страны, свой выбор уже сделали более 71% избирателей. Кроме того, на участках за рубежом проголосовала также большая часть электората. Я напомню, на высший госпост претендует 9 кандидатов, выдвинутых 3 политическими партиями. Для победы на выборах нужно набрать половину голосов избирателей. Будущий президент вступит в должность сроком на 7 лет. Церемония инаугурации нового главы государства назначена на 19 марта.